Уже не войдешь в Пушкинский дом, и в ожидании его не увидишь, как он не спеша поднимается по широкой лестнице в свой отдел средневековой русской литературы. Прощание с умершими я назвал бы самыми лгущими моментами нашей истории. По традиции, словно по дурной традиции, у гроба вечно толпятся и произносят речи самые наглые и случайные люди. Допускаются чудовищные преувеличения, грубая лесть и ложь. Покойники ведь при прощании с нами не краснеют. А потом, по прошествии всего лишь нескольких недель, злословие все ставит на свои места. И, как писала Ахматова, вот тогда и наступает самое горчайшее из воспоминаний. Мы сознаем, что не смогли вместить то прошлое в границы нашей жизни, и нам оно почти что так же чуждо, как нашему соседу по квартире, что тех, кто умер, мы бы не узнали, а те, с кем нам разлуку Бог послал, прекрасно обошлись без нас. Ничего подобного не произошло с памятью о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве. Наоборот, у нас часто бывает, что мы при жизни не совсем хорошо и глубоко понимаем наших наставников, мудрецов и пророков. К счастью, сказанное Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, сделанное им, остается с нами надолго. И, может быть, только сегодня мы начинаем как следует понимать все, что им было сказано и сделано. Вот что интересно. Февральскую революцию, как я сказал, я помню хорошо. Помню, как ездили грузовики с солдатами. И лежали они обычно на крыльях грузовиков в такой полулежащей позе с винтовкой наперевес. А вот Октябрьской революции никакой я не помню. Потому что столько было всяких перемен, столько было волнений и так далее, что когда мы узнали, что власть принял совет, а совет перед этим действовал, то нам не показалось, что что-то, какое-то различие наступает, какая-то новая эпоха. Совсем этого не показалось. Мы не обратили на это внимания никакого. И действительно, как были мы голодные при февральской революции, так мы оставались после Октябрьского переворота голодными. И даже больше началось. Особенно страшно было, конечно, 19-й год, 20-й год в Петрограде. Не отапливались помещения. Мы в нашей гостиной устраивали палатку. У нас был большой ковер, и из-за этого ковра устраивали палатку. И отапливались там как-то какими-то электрическими приборами. Отец мой был инженер-электрик. И электрическое освещение было от батареек. Маленькие лампочки были. Но мы могли читать. Но от холода я страдал страшно. Мне распухали руки. Помню, с каким ужасом мы встретили сообщение о смерти, о расстреле Николая II. Но о семье ничего не было сказано сперва. И вообще потом ничего не говорилось. Только сообщение было о Николае II. Но мы уже знали, что и семья расстреляна. Это все было через знакомых. Вообще такая жизнь общественная, она хотя замерла, но она теплилась. Когда начались преследования церкви, закрытие церквей, когда оказалось, что начались преследования кружков, вот
я оказался в числе тех, кто были в этом в Хельфернаке. Это художественная, литературно-религиозная академия. Так сокращалась Хельфернак. Были арестованы все и сосланы на Соловки. Но дело в том, что и на Соловках мы все равно продолжали организовывать кружки. Вот у нас был криминологический кабинет. Это готовились к приезду Горького и так далее, чтобы доказать, что советская власть не мстит за преступление, а перевоспитывает. И поэтому криминологический кабинет был создан для изучения преступности. Мы действительно изучали эту преступность. Я занимался главным образом беспризорными детьми, которых на Соловках было очень много. Но вместе с тем мы собирались и обсуждали разные вопросы. Это была уже привычка, это было в нас жило такое стремление. Если хотел быть интересным для своих знакомых, должен был придумать свое мировоззрение, отстаивать эти положения этого мировоззрения. Вообще голова должна была работать. А кроме того, сопротивление тому режиму, который был на Соловках, он создавался еще тем, что мы смехом боролись, то есть юмором. Юмористические стихи, юмористические сочинения, анекдоты и так далее. Сочиняли их сами. Разные случаи друг другу рассказывали смешные. Это нас укрепляло. Многие вещи, которые замысливались начальством в качестве такой ширмы для тех жестокостей, которые в лагере происходили, вот, скажем, организации театра, они принимались всерьез, имели серьезные последствия. Театры в различных концлагерях, не только на Соловках, но и в тюрьмах, которые были, они имели положительное значение. То есть они давали свободу мысли, потому что пьесы там, скажем, ставился «Маскарад» Лермонтова или «Дети Ванюшина». Если человек делает какую-нибудь подлость, потом он и умирает, в общем, потому что разложение наступает от одной ранки. Если он хотя бы один раз сыграет в пользу своих мучителей, откажется, то он попадет в трудное положение, потому что будет его грызть совесть, у него будет бессонница, я не знаю что, будет разложение его. Они очень были рады, что появляются Соловецкие острова. Все это показывалось Горькому. Горький-то это понимал, конечно. Но у Горького было особое задание, понимаете. Он считал, что нужно хвалить людей за то, что они не сделали, но чтобы они это сделали. Что вот, что у них должно быть хорошим. Понимаете? Он очень хвалил этих чекистов на Соловках, а потом на Беломор-Балтийском строительстве, для того, чтобы те задумались и выполнили его хвалу в натуре. Это своего рода Лука был. Лука из пьесы «На дне» Горького. Он многое объясняет в поведении Горького. Не просто он был злой и хотел быть хорошим у начальства, и поэтому хвалил их. Нет, он хвалил с определенной целью, чтобы они изменились. Но, правда, он сделал все-таки некоторые поступки, которые не следовало бы сделать. Скажем, он выслушивал мальчика о всех соловецких ужасах. Он ему рассказал. 40 минут я тут стоял около барака, и у меня были серебряные часы тайны, привезенные родителями. Так что я это точно знаю. 40 минут он рассказывал. За 40 минут можно рассказать очень много мальчишке. Потом вышел, стоял на крыльце барака и плакал. Ну, слезы у Горького были дешевые, он по всякому поводу плакал. Но тут тоже плакал. Но если бы он этого мальчишку все-таки... Он должен был знать, что его расстреляют. Горький просил всех выйти из той комнаты, в которой они разговаривали. Но все-таки было известно, что он разговаривал. А потом эти мальчики, девочки, которые там были, они стали говорить, что он им все рассказал. Он им сказал, что он все-все рассказал.
И мы очень торжествовали, что вот, наконец, кто-то из власти имущих, влиятельных людей знает, что происходит на Соловках. Да и Горький не скрывал, что он знает. Когда он пришел в лечебницу, ну, в этот госпиталь лагерный, там были выписаны часть больных, оставлены только аккуратные, сменено белье, были выданы белые халаты и так далее. Такое. Он вошел, увидел ряд в белых чистейших халатах этих врачей, санитарок и так далее, сказал, не люблю парадов, и ушел. Не стал смотреть даже. Потом, когда он был на Секирной горе, там был поставлен вместо жердочек, на которых сидели заключенные, там и умирали потом, был поставлен круглый стол, на нем разложены газеты и посажены некоторые наиболее такие все-таки здоровые еще заключенные, которые сидели в карцере, читать, им было приказано читать эти газеты. И там некоторые перевернули и читали, делали вид, что они читают, но на самом деле они не читали и хотели показать Горькому, что они не читают. Держали газету вверх ногами. Горький подошел, перевернул газету правильно и ушел. Значит, он заметил. А потом появилась статья, которая всех разочаровала, и все не понимали, в чем дело. Но я думаю, что это заключалось в этом объяснении. Что он, как Лука, хотел воздействовать, ну, примером таким хорошего, что то же самое можно сделать чистыми руками. Я старался всегда говорить то, что я думаю. Не все я говорил то, что из того, что я думал, но никогда не говорить неправды. Но одну статью я подписал, это какое-то было что-то в пользу обкома. Там проверяли мои работы, что я никогда не ссылаюсь там на Сталина. Это было уже достаточно для ареста. Никогда не ссылаюсь. Поэтому, когда шла моя книга в издательстве Академии наук «Возникновение русской литературы», я ее не перепечатываю с тех пор, не люблю эту работу, то в введении там две или даже три ссылки на Сталина. Это сделали служащие издательства. Но я с этим согласился. Я подписал эту корректуру. Они ввели какие-то цитаты. Ни к селу, ни к городу. Но для того, чтобы... Потому что из обкома было приказано, что вот следить, что я не цитирую Сталина. Я спросил, но в каких случаях древней литературой Сталин не занимался? Но о Грозном он говорил. Я говорю, так он говорил... Не в подписанных текстах, это в воспоминаниях и в отчетах других людей. Говорил он, не говорил, но все-таки ученый не может ссылаться на других лиц, а приписывать эти ссылки Сталину. О Грозном Сталин ни разу не высказался, между прочим. Действительно так. А это было известно, что он к нему хорошо относится, как известно и то, что он, скажем, Салтыкова-Щедрина любит. Поэтому библиотека ни к селу, ни к городу была названа Щедринской. Это наша публичная библиотека. Ну вот, и эта книга меня мучает, конечно, потому что мне неприятно. И трава ведь пробивает асфальт даже. И выходит вот так вот доброе, оно выходит. Злое всегда более заметно, доброта менее заметна, или даже совсем незаметна. Вот эта травка из-под асфальта все-таки выбьется. Русская культура, она великая культура, но она противоречивая культура. И она еще усложнена тем, что русский народ, я считаю, что это национальная черта русского народа. Он очень легковерен. Он старается найти в каждом сперва хорошее, только потом обнаруживает плохое. Вот есть такие люди, которые очаровываются первым встречным. Так и русский народ. Он очаровывается первой попавшейся ему идеей. Для меня этот век
Это несколько веков. Как-то они, каждый из этих веков как-то обособленно воспринимается мною. У меня такое впечатление, что, скажем, до Германской войны это был один век, это была одна жизнь, другая. Потом с 14-го года началась другая жизнь, потом Соловки, потом жизнь при таком очень строгом режиме, блокада. Блокада имела колоссальное значение для меня. И, наконец, современность. Наверное, совсем не хотел этого Дмитрий Сергеевич Лихачев, но так уж сложилось в его судьбе, что всю свою жизнь, занимаясь древнерусской культурой, Пушкиным, избегая власти, он сталкивался с ней. Власть пыталась сгноить его в лагерных бараках. Власть призывала его на самую вершину политического Олимпа. Но это никоим образом не меняло убеждений этого удивительно чистого и нравственно красивого человека. К его негромкому голосу и сегодня прислушивается вся Россия. Борьба за культуру не такая простая. Это не просто защитил или не защитил, удалось или не удалось. Это еще не вызвать ненависти к культуре. Ведь что такое была Октябрьская революция? А точнее, Октябрьский переворот. Потому что это не революция, это не подходит под понятие революции. Октябрьский переворот. Против кого он был направлен? Против интеллигенции. Почему? Можно сказать так, что все-таки в первый год октябрьской власти, советской власти, много стояло интеллигентных людей во главе правительства. Нет. Если вы посмотрите, это все полузнайки. Вот полузнайки – это самое опасное. Прежде всего, стали брать заложников, стали арестовывать. И кого? Профессоров по принципу интеллигентности. Ведь как бывало дело? Матросы останавливали трамвай, выходи, смотрели руки, если нет мозолей, налево, если есть мозоли, уходи и не оглядывайся. Когда пришел к власти Сталин, это было, значит, 27-28 год, вот тут он, опять началось. Что представляет собой интеллигенция? Где она собирается? На частных квартирах, потому что уже остальное все было закрыто. Кафе какие-нибудь, кружки, журфиксы. Вот это и пошло, эти аресты. Особенно среди молодежи. Чтобы не подрастало, не дай бог, еще вырастут новые. Такие же, как? Такие же, да. В корне нужно это уничтожить. И, между прочим, знали, что такое интеллигенция. Знали. Даже охранники? Даже охранники, да. И с уважением относились. Был такой случай. Одни делают одно, другие делают другое, и между собой полная несогласованность. В Кими, на материке, пустили к Осоргину жену его, княгиню Голицыну, или из княжон Голицыных. А его, он в это время сидел в карцере и был приговорен к смерти. И до смерти этим начальством не хотелось, чтобы она узнала, потому что она должна была ехать во Францию. Ей купили уже паспорт, и чтобы начальство не узнало, потому что все было самовольцем. До смерти не хотелось, чтобы это было известно. И к нему обратились. Мы вас выпустим. Там на 2 недели, на 10 дней, я сейчас не помню, на какой-то срок перед. Но вы жене не говорите. Даете честное дворянское слово, что вы жене не скажете, что вы сидите в карцере и приговорены к расстрелу. Он дал и действительно не сказал. То есть сдержал слово. Сдержал слово. Это было в 29-м году. Когда я приехал в Оксфорд, это было какой год?
сейчас я не помню, 60 какой-то год, там была сестра Осоргина. Я им рассказывал всю эту историю. Они не знали этой истории. Он никому не сказал. Вот что значит дворянское слово? Дворянское слово. И жене он не сказал. И только сестра Осоргина сказала мне, что она говорила все, что что-то... Она чувствовала, что у нее что-то не в порядке, потому что он отстал от нее как-то. Она оглянулась и смотрит, он так стоит безнадежно и бросает камешки в озеро, в святое озеро. И она почувствовала, что что-то он скрывает, что-то не то. Вот такие люди были. Вы не подсчитали, сколько вы пережили вот так эпох? Я считаю даже. Четыре. Четыре, да? Да. Как вы их делите? Значит, во-первых, я жил при Николае II. И представляю себе эту эпоху, хотя она закончилась для меня в 12 лет. Я видел и наследника, Николая II не видел. Видел людей воспитанных, видел людей по-настоящему образованных и так далее. Это одна эпоха. Вторая эпоха – это эпоха, вот когда началась революция и когда появились комиссары. Это страшная эпоха была. Третья эпоха, которая началась вот в 60-х годов, 60-х, диссиденты. Как она у нас называется, оттепель, да? Оттепель, да. Четвертая эпоха, я не пророк. Я верю в то, что четвертая эпоха будет хорошей. Но не очень когда? Хорошая. А? Когда? Ну, лет через 100. Ну, что же вы хотите? Когда все нами накопленное, за все тысячелетие, потому что в период Древней Руси тоже ведь поразительные вещи были, почему и появлялись такие люди, как Аввакум, допустим. Когда все это будет действовать, то ведь для этого нужно, чтобы была смена нескольких поколений. А вот вы видели какой-нибудь ответ в глазах политиков, когда вот вы говорите о своей культуре, вот сейчас, за последнее время, вот последняя кремлевская встреча, где вы говорили о том, что бюджет надо начинать с культуры. Да. Видели ответ в глазах? Ведь всегда по... Нет, в глазах не видел. Пустота, да? В словах я видел. А глаза пустые? Глаза пустые, да. То есть это сразу видно, да? Да, да. И вы уже понимали, что... Здесь не слышно. Тем не менее, я продолжал говорить, потому что все-таки слово – это некоторая сила, это единственное оружие, которое у нас есть. И которое осталось. Которое осталось. Культура, она создает нормальные условия для жизни, и она оправдывает само существование жизни. Жизни одного человека и жизнь целого народа. Более всего Дмитрия Сергеевича Лихачева беспокоила утрата нами исторической памяти. То, что мы Иваны родства, не помнящие. То, что мы утратили опору на нашу большую историю и культуру. Не буду продолжать в этом грустном направлении. Скажу коротко. Хотите по-настоящему почтить память Дмитрия Сергеевича Лихачева? Во-первых, читайте его книги. А во-вторых, вспомните, кем были ваши предки. Ваши прадеды и прапрадеды, чем они занимались и как жили. Восстановите дней связующую нить, и вам будет легче в лабиринте сегодняшней сложной, туманной, современной жизни.